сопротивление. Все, вот вы уже бились, вы каким-то образом, ну, то ли вы там вошли, да, через удар ногой, то ли через удар рукой там вы вошли в колено, то ли он шел на вас с ударом и руку прихватили. Все, уже у вас ситуация боя в захвате. Вот, понятно, что она не будет только одними коленями, будет там голова, локти, возможно, вы разорветесь, ударите, возможно, он бросит, либо вы бросите. Но сейчас мы берем колени. Поэтому, когда вот я говорю вам вводные, да, вот, то есть мы работаем там первый номер, я говорю второй номер, у вас не должно быть себя, что вы отошли там, вот, а потом сходитесь. То есть бой. Отходите, человек вам сразу насыпет ударник руками, насыпет голову, да? Сейчас вот получается первый номер работает. Да, работает. Команда, второй номер. Второй номер раз сразу, да, то есть как вот были, соответственно, раз перехватили, отсюда сразу к нашей работе, как будто вы перехватили инцессию. Вот. Не так, что вы разошлись, прошли дистанцию, вошли в лекцию, у вас будет такое. Отошли, вам насыпали в голову, потом опять выйдем за руками, как зомби пошли. Хорошо, сейчас работаете свободно коленями, соответственно, вы коленями свободно работаете. Либо комбинации, да, там по 2-3, либо двойки, либо тройки, либо одиночные, но в любом случае вы сейчас не должны стоять, и даже когда вы отдыхаете, отдых должен у вас состоять из как раз одиночных ударов. Да, то есть вы можете работать двойками, вот первый номер пошел работать, я работаю, да. Отдыхаю, видите, одиночек. Это был отдых. В конце это был отдых уже, да? Ну так нельзя на по-детским соревнованиям два раза. Хорошо, становимся. А, перешли, второй раз перешел. Перешел. Ей приготовились. Отжимай, пошли. Не-не-не, вот эти яма, вот эти вот не делайте вообще. Вот эти вот просто не делайте. То есть, если вы делаете, то все четко. Если короткий, то он все равно должен у вас, ну, с какой-то цели вести. Вот такое не делайте. Вот. Отжимай, пошли.